gotta find someone who can fix the remote. Давай, Стюина, мы должны найти того, кто сможет починить пульт. Так, начнем. Что у нас здесь? О, пиньята. Ну-ка. Пиньятас? Really? What are we, 12? Ха-ха. Пиньята, что? Нам что, 12? Привет, Морт. Hey, you two. Do you want to pledge to our fraternity? Here's a Torah and some bacon to rub on your face so you break out. This might sound a little odd, but do you know if there's like an electronics store or a creepy Armenian guy in a dimly lit apartment who can fix a multiverse remote? Oh, I can help you get that fixed, but I'll require a service in return that's worth more than the service I'll be providing you with. We need you to help our fraternity throw a better party. We've been standing around complaining for hours, but that doesn't seem to be a party to the Gentiles. Here's some ammo. Now go shoot those lame balloons down. Oh, wait until I put my earplugs in. В общем, Морд сказал нам, что не хотим ли мы отведать немножко еврейской жрачки, но мы отказались и спросили его, не может ли он починить пульт. И оказалось, что да, он таки может починить пульт. Но для этого ему нужно как-то развеселить его вечеринку, потому что тут находятся одни гики. О да, вот один из них, и второй, и вообще тут все такие. Так что мы возьмем пушку и начнем мочить. О, можно сменять персонажа по кнопке Е. Довольно удобно. Но что-то наши кики не очень веселятся. Даже если мы перестреливаем все шарики. Ага, это небольшое меню. Чтобы выбирать оружие. Так. И последний шарик. Alright, Fry, here's the deal. Only one of us fighting at a time. Think of it like tag team wrestling. When you get hurt or too tired, tag out. Стю предлагает нам сражаться так, как в режиме тагтима в рестлинге, если. Знаете, что это когда сражаются на арене только двое, но могут передавать эстафету своему напарнику, докоснувшись рукой. Ха-ха, что это у нас тут, Морт? Небольшие грязные секретики. Так, что дальше? Ага. Don't worry, I'll help you through this. You sure you... Good, you shot all the balloons. Молодец, ты переселял все шарики. There's a sorority girl running down the street. I bet her dad's so rich. Dude, wait until my bros see these nasty pictures of you. Hey, get back here with those. I was gonna wait one more year before I leak naked pictures of me online. You should go talk to that sorority girl and see what's the matter. Also, ask her how much her dad has in his retirement fund. I wanna use Brian. Do I have any antihistamine? Соответственно, нам нужно ей помочь. Oh my God. О боже, этот ублюдок снял, стащил фотографии меня, моих сестричек, если вы понимаете, о чем я. Короче, их надо забрать. Nice nips. Wow. Someone should buy her a razor. I'd say she's a low 7. Get those guys. They're with the nerds. Хватит, это гики. Или нёрды, как хотите. О, боже, их что, убивать нужно? Какая жестокая игра. Well, now I won't feel bad about crapping my pants. So, I guess it's up to me. Кажется, Стиви наделал штаны. Стойте, злодеи, мне нужны эти фотографии. I'd bang that when I'm blacked out. You want the pictures? Come and get them. Тебе нужны фотки? Подойди, возьми их. Dorks just won't quit. Ты придурки никак не отстанут.
Да ладно, братки, давайте, вы чё? О да, эти канистры всегда здесь. I think that boy in the pool is dead. No, Stewie, he's just swimming. You see, college is all about having fun. Nope, he's dead. No one's helping him. Мне кажется, этот парень в бассейне мертв. Да нет, Стю, ты чё, он просто плавает. Эти парни из колледжа такое вытворяют. А, хотя нет, он сдох. Ха-ха. Фотку-то нам, походу, нужно вернуть Морту, а не девчонке. Ну-ка, давайте-ка за Стиви. Брайан, you suck! Ха-ха, Брайан, ты отстой. Ну, это, я думаю, и так понял. Куда же он все перемещается-то, а? Что? Нам надо было там выйти, да? О, это утомляет. Ну, правильно, интересно, быстрее бежит? Да. О, отличная работа, взяли эти фотки. So you have material to shamefully touch yourself to at night, or even very early in the morning. Now I got a keg, but didn't want to put the deposit down for the tap. Would you find one for me? Oh, I think that house over there has one. Кажется, мне кажется, есть немножко в том доме. I could always do your companion. Hey, it's those douchebags who stole the pictures of us. А эти козлы украли фотки. У наших сестричек. И этих убить. О боже, это злая игра. Нет, они заслужили смерть. Кого же мы тут видим? Это Питер. А голый. Bye-bye, Tramp. Убиваем этих козлов. Ха-ха. Брайан говорит, камон, я только разогревался. А этот убился в хлам, его даже убить нельзя. Ух ты. Жалко пострелять не надо из этого всего. Кстати, по поводу этих греков, о которых здесь речь идет. Если кто не в курсе, то это... Речь идет о университетских обществах, таких как бы закрытых, в которые идет доступ только определенным людям. То есть там хорошим или крутым, ну короче, кого они захотят себе взять. И вот эти общества, они существуют уже давно и переходят, так сказать, управление из рук в руки. Ну вот, в каждом университете там, я не знаю, может быть несколько, а может быть одно, в общем, но в каждом есть там. Come on, sweetie, hurry up. Seven other girls are gonna die tonight. Ха-ха, давай, дорогая, очнись. Еще 7 девчонок должны подохнуть этой ночью. Классный бластер. Ваншотик. That looks like the thing Mort wants. I don't know what it's called. Hey,
excellent. Ah! Как, я не помню, не взял, Иван? Что ли? Пивандри? А, зажать нужно. What are you guys from the Jew frat? Hey, come back here with our tap! Давай, давай, come and get me. Dude, those guys are stealing our tap. Так, как тут выбраться, ёлки-палки? В другую сторону, что ли, перепрыгнуть? Ага, вот и еще одна фоточка. Hey, that tap's mine. I stole it from someone else. Ха-ха, вот и взрывчатка. Давай, Морт, забирай свои грязные фотки. Thanks for the tap. I'm blaming everything on you. Now we need some women to come to this party. Теперь нам нужны девчонки. О, отличная идея. I need you to steal a couple of jackets from the chalk track. Bring them back here, and I'll tell you what to do next. Joke jackets. Нам нужно украсть. Курточки, что ли, если я не ошибаюсь. Простите за мой английско-американский. Если я где-то ошибся, я, наверное, где-то ошибся, кое-что не перевел. Но по большей части, я думаю, все понятно. Alright, finally getting the hang of it. Come on, I'll let you wreck me in the rec room. Oh, oh Мэг, привет! Что тебя не пускает? Даже в костюме толстой кошечки. А Стив говорит, о боже, используй дезодорант. I've got it. Я взял. Let sleeping douches lie. Yeah, maybe Brian should contribute a little too. Here it is. Давай себе немножечко постреляем. А пусть придурки спят. Так. Куда мы пришли? Да, нам нельзя. Что-то я потерял маркер. Ага, вот он. Ага. Слишком много здесь. Ага, а вот и чувак с дудкой. А, нет. Ну да, он был с дудкой. Ну да, нам нужны курточки. Видимо, курточки для стиля, чтобы клюнули девчонки. Ну где еще-то? Так, где последний? Are you thinking what I'm thinking? Думаешь, это уже чего я? Don't have the guts to respond. I work out. Ты еще что? Oh, you got me. О, да. Надо крутить мышь. Какая-то блевотная баночка. If you need me, I'll be at the bar.
I'm open angry, your mouth and close your eyes. Get ready for a big surprise. Фига у него. Скорость расстрела увеличивается. Dude, hands off my jacket. И забираем последнюю кубочку. Идем говорить с Мортом. О, отлично. Вы нашли, вы забрали курточки. Теперь послушай, Брайан. Вот тебе коктейль Молотова. Ты должен положить эти куртки на какой-то поджечь их. Но поспеши, потому что мне 8 спать нужно. Build floats, floats. Сейчас мы узнаем, что такое floats. Прошу прощения за то, что я не в курсе. Так, идем на туда. There it is. I can't have babies anymore, so fill me up, fellas. Я не могу иметь больше детей, так что давайте, налетайте, парни. When you poop in your dreams, Kenny, you boys ever finish on a C-section? Когда ты какаешь во сне, ты какаешь на его. I can't have babies anymore, so fill me up, fellas. Hang on, I gotta reload you, dick. Что это за золотое яичко? Ну-ка. Giant chicken. Кажется, я могу его выпустить. Немножко джакузи. Вот это что? Заложим. А, я понял. Мы кладем эти жилетики, дабы отвлечь внимание и сказать, что это они сделали. Так, куда еще один жилетик? Вот сюда. Так. You have to destroy the float, you guys. Brian, use your Molotov cocktail. Так, now leave the jackets как-то there, so the girls will think the other frat did it. Screw off. Можно драться. Начинаем. Stop! Campus security! What are you doing? Uh-oh. They're wrecking our crappy parade float! Ломает нашу дурацкую really? Платформу. You can't afford this. А, у них баллончики. Ew, that thing is so tacky. Придется мне отбиваться. Ты не поранишь больше никого никогда. I can't have babies anymore, so fill me up, fellas. Коктейль ты использовал. Итак. Держим. Ничего себе. I can't have babies anymore, so fill me up, fellas. Брайан, бедняга. Ободранные вещи. Hey, knock it off! Эй, отвалите. Блин, это ерунда, ты горит или нет?
Stewie, come on. You don't know how to use that thing. Oh, really? What if I hold it sideways like a black guy? I'm not a whore. I just date a lot. Нет, это ерунда вообще никак. What the hell did Stewie do to this place? Daddy issues! Ага, добиваем. Not a gust to respond, huh? Screw these guys. Let's go to the nerd party. They don't have the balls to use. Ха, они говорят, жопу этих парней, пошли на вечеринку нердов. Ну да, конечно. Как только дурацкая платформа исчезает, всем сразу не нравится вечеринка. А когда же они остановятся, да? Аптечки-то берутся, ёлки-палки. Еще одна грязная фоточка. А вот и аптечка. Понятно. И возвращаемся к морю. Брайан, I've never tapped a keg and don't really want to. Please do it so I don't get hurt. Заливаем пивко. Да, нерды повеселели. Job getting the girls in beer, but we can't hear the music even with our hearing aids turned all the way up. The house across the cul-de-sac has some speakers. Go steal those, but don't say my name if you get caught. У Морта проблема, у него на вечеринке дурацкие динамики, и никто не слышит его чудесного музла. Так что мы пойдем раздобудем еще немножечко. Ну-ка. Может, что свалится? Да, ничего не свалится. Ну ладно. Эй! Well, if you want to be a hero, right now might be a good time. Who are those dicks? The thing. О, хороший коленчик. Что, не простреливается? А если так? You sure you want to use Brian? This is great. If you need me, I'll be at the bar. Встретимся в баре, говорит Брайан. You guys are those dicks. Dude, get off. Catch much? Чувак, отвали ты, чё? Okay, you're starting to piss me off now. Вы меня начинаете бесить, ребята. Говорит нам Стюи. И воруем. We're stealing a lot of things today. Да что ж такое, они лезут и лезут. Not buying your guns without ammo. Ryan, we're stealing a lot of things today. Ох, Брайан, мы сегодня уперлись столько вещей. Let us in, you schmucks! I think the nerds are in trouble. Come on, Brian, let's help them. Кажется, к нердам пришло уже столько народу, что им не справиться. Надо спасать их. Ух ты. Это же наш большой босс. Взрывная атака, что ли? Что это? Кидаешь, стреляешь. Убегай. Bring it on, bitch. Давай, сучка. Ой, он догоняет меня.
Гоняет меня. Нет, я так и не прошла снова. О нет, кажется, он выпил пиво. А когда студенты пьют пиво, вы знаете, что случается. И он готов. Эй, you're out of ammo, dummy. Опа, патронов-то нет. Сколько же этих студаков-то тут, а? Просто жуть. So, I guess it's up to me. Oh, boy, good. Ну что ж, зарядим музычку, парни. Ты починишь нам или нет? Here you go, and thank you guys so much. Ну да, он now починил. I have the whole night to fear the sex that I'll probably chicken out of. Hey, no problem. Thanks for fixing the remote. Oh, fellas, I almost forgot. Some of the other nerds uploaded a new program on your remote. It analyzes your surroundings and gives you hints of what you should be doing on your journey. Hey, другие нерды загрузили программы в пульт, которые будут помогать. Okay, we'll get to that later. We have to go, Bri. Bertram's already got a head start on us. Нам нужно идти, Брайан. Бертрам почти. Okay, now how exactly does a party work? Do we just take Alka-Seltzer and burp into our fists? Теперь, парни, не забывайте рыгать свои кулаки, потому что с нами девушки. Итак, мы закончили первую миссию. Спасибо всем, кто слушал. Прошу простить меня за неточности перевода, потому что все было совершенно на ходу. Я первый раз прохожу. Всем удачи, всем спасибо и до следующей миссии. That all you see, that all you see, is violence in movies, violence in movies, and sex on TV, sex on TV. But where are those good old-fashioned values on which we used to rely? Lucky there's a Family Guy. Lucky there's a Family Guy. He's a Family Guy.